Мы объявили новые инвестиции приоритетом следующей пятилетки. Подумайте, как восполнить недостаток, как у нас говорят, длинных и дешевых денег для кредитования инвестпроектов. Особенно со сроком окупаемости 7-10 лет, как, например, вот машиностроение или нефтехимия. Вы видите, что некоторые страны, в том числе и россияне, ограничили внешние лимиты для белорусских банков. Поэтому важнейшая задача Нацбанка – найти альтернативные возможности привлечь ресурсы. Желательно внешние, как я говорил, длинные для диверсификации базы банков. И такие же задачи, ключевые показатели эффективности, надо ставить всем руководителям банков и строго спрашивать за выполняемую работу. Это, прежде всего, касается помощника президента. У вас должно быть как в правительстве. Каждый отвечает персонально, что продал на экспорт и сколько валютной выручки принес в страну. Каждый банкир должен персонально отвечать, какие он деньги привлек с внешних рынков и на каких лучших условиях. Сидя в конторе Нацбанка, это не сделаешь. У вас должны быть обширные контакты, и не только с россиянами, но и в Европе, в Америке, в Китае, в других местах для того, чтобы привлечь денежные ресурсы.